хорошо себя вести, тогда подарю. Машка, это вызов для тебя, потому что я себя хорошо веду. Мам, давай от нее избавимся. Она надоела, постоянно плачет, постоянно забирает у меня игрушки. Я ее больше не люблю. Вот так вот. Все, я на нее обиделась. Мама, пока. Я не могу жить с такой сестрой. Давай, давай, вещи в углу. Всем привет, друзья! С вами я, Женяша, и Машка-убивашка! Привет-привет! Вы давно ждали воссоединения сестер-близняшек, чтобы мы искали мамочку. Прошлое видео набрало очень много просто просмотров, и мы решили с Машкой вместе снова встретиться и пойти на сервер искать себе новую мамочку. Машка, ну что, ты готова? О, да, сегодня я буду плохой сестрой, буду вредничать, так что сильно не обижайся. И, конечно же, готовься к моим пранкам тоже. Суть нашего пранка будет такова: когда мы найдем мамочку, мы с Машкой-убивашкой сделаем все, чтобы мамочка от нас либо отказалась, либо нас бросила. Но если мамочка выдержит все наши пранки, которые мы ее приготовили, потому что пранк будет заключаться в том, что я буду хорошая дочка, а Мари, Машка-убивашка, будет плохая, вернее, просто капризная очень-очень даже сильно. Так вот, ребята, если наша мамочка выдержит пранк, тогда мы ей признаемся, что мы Машка-убивашка и Женяша, и подарим ей классные подарки. Почему я смотрю на твое лицо и сразу представляю, что что-то будет очень странное. Она передает всю мою суть. Все, хорошо. Больше, ребята, мы погнали искать мамочку. Перед началом этого видео я попрошу тебя подписаться на мой канал, если ты еще не подписан. И если ты видишь эту красную кнопочку, то нажми на нее и сделай ее серенькой. И если вам нравятся такие пранки, которые мы делаем у меня на канале, то, ребята, обязательно скорее подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. И я буду счастлива, что вы подпишетесь на мой канал. Ну что, пранк начинается. Первым делом найдем себе мамочку. Ну что, сестра, давай искать нам мамочку. Да, да, давай, давай. Ищем маму. Мы сестры-близняшки. Пиши я. Она пишет я. Машка, посмотри, как она милая. Да. Алиса, ее ник Алиса. О, она мне семью предлагает. Машка, соглашайся. Да, давай, давай, бери, попробуем ее. Давай, соглашаемся. Вот. Слушай, это да. У нас крутая мамуля. Мама? Обалдеть, ребята, мы нашли мамочку с флам-питомцем. Обалдеть. И я так поняла, ее зовут Алиса. Сейчас мы узнаем. Мам, как зовут Алиса? Нашу мамочку зовут Алиса. Мамочку мы нашли, а теперь начинаем ее пранковать. Посмотрим, насколько она заботливая. Играйте, говори. Играем, о, играем. Ничего себе, какая хорошая мамочка. Ты заботливая, мне это уже нравится. Мы играем. Пошлите домой, говорит. Ну пошли, давай, давай. Да. Пошли, пошли, хорошо, окей. Да, только я спать не буду. Домой пойду, а спать не буду. Я буду, я послушная дочка. Я буду мультики целую ночь смотреть. Вот так. Пришли к ней домой, смотрите, ребята. Она нам показывает свой домик и ведет на самый верх. Наверное, у нее есть спальня для детишек. Я буду мультики смотреть. Телек есть? Мама нет. Говорит, нет. Она, наверное, тебя заставит спать. Вау, я не буду ничего спать. Себе, я не буду ребят. Спать. Подожди, она что, меня в будку положила? Тебе, наверное, нормальную кроватку положила. Я не буду спать. Я хочу мультики смотреть. Мама, не заставляй меня. Все, я убежала. Тут у нее офигенный телек. Я уже включила. Так, сестра, иди сюда, телек смотреть. Ты просто посмотри, какой здесь огромный тел. Где? Покажи, давай, покажи, давай, скорее, где-то. Выбегай. Я телек смотрю, офигеть. Ты посмотри, какие там мультики офигенные. Или это не мультики? Подожди, это передача для взрослых, сестра. Офигеть, вот это да. Он говорит, вот Селена получит что, питомца? А я? Ты слышала? Она, походу, мне хочет питомца дать. Спасибо, мамочка, ты знаешь, что я спала. А ты ничего не получишь, понятно? Ты не спала. Ты не спала. О-о-о-о! Эта мамочка поругала Мари за то, что она не спала. И посмотрите, Мари сидит, мультики смотрит, взрослую передачу какую-то смотрит. Ой, мне дали водичку, а тебе, видимо, не дадут. Ай, не надо. Я сейчас с голоду умру, и тогда придет полиция и всех арестует. Понятно вам? А, все, мне воду дали. Мама, она вредная. Нет, говорю. Да, посмотрите на нее, она реально вредная. Ты ей что, воды дала? Да, значит, не вредная. Не ругайтесь, говорит. Посмотрите, она говорит, не ругайтесь.
купаться, мы сейчас будем купаться. Ну, хорошо. Я послушная. Она не послушная. Посмотрите, она не купается. Вообще совсем не купается. Машка, ты непослушная. А я не хочу купаться, я хочу вонять. Посмотри, какая я шикарная. От меня шлейф идет. Ты будешь вонять. Марии, она говорит, Марии, купайся, тебе сказано, купайся. Не люблю купаться. Не люблю. Хочу ходить грязной, хочу вонять, не хочу купаться. Пожалуйста, отпустите меня. Оп-оп-оп. Все, я побежала. Ты будешь вонючка. Понятно? Это ты вонючка, сама вонючка, понятно? Нет, ты, нет, ты. Пес там теперь сидит, купается после нас. Какой ужас. Это что, твой пес? Мама, наругай его. Ой, не его, а ее. Ее наругай. Что? Девочки, не ругайтесь. Обе. А то ничего не получите, что ли? Или обе не получите? Мама, я болею. Мне плохо. Будете хорошо себя вести, тогда подарю. Что? Я хочу подарок. Машка, это вызов для тебя, потому что я себя хорошо веду. Это слишком. Зачем вы так делаете? Я хочу быть плохой, а вы тут заманиваете меня этими подарками. Я всегда себя хорошо веду. А вот Машка, она вообще все время, она все время себя плохо ведет. Так что, мама, я ей ничего не покупаю. Ну что ж, настало время посмотреть, насколько наша мамочка добрая. Девочки, кушать хотите, спрашивает? Да, конечно. Да, питомцев подаришь? Еще вчера хотим есть. Еще вчера. У меня их мало. У меня их мало. А у нас совсем нету. Мы как бы тоже бедненькие сестры. Сестра, хочешь Пета? Да, хочу. Я пойду схожу в магазин, а вы ложитесь спать. Иди, мама, иди, мы будем дома. Мама, привет, говорит. Ребята, наша мама пришла, ты пришла. Привет. О, давай ей дадим пиццу. Давай, ты нас готовила ей, да? Ты пришла, мамочка, мы-то рады. Слушай, ну ты такая заботливая дочка, получай. Это все гены. Я пытаюсь от них избавиться, но не получается. Она говорит, да, пришла с подарками. Что же она нам подарит? Представляешь, Машка, я в нетерпении. Что, что, что ты подаришь? Мамочка. Мне подарок подарили. Офигеть. Вот это да. Она ходила в город и покупала подарки. Че, Машка, открывай, открывай. Сейчас баллончик. А у меня круче. А Машке коляска, представляете? Вот это да, как ей так повезло. Ей всегда везет этой вредине. А у меня круче. А сейчас мы с Машкой решили ее пранкануть. Мы специально сделаем вид, что мы поссорились, и посмотрим, как на это отреагирует мамочка, когда ее дочки поссорились. Что она сделает? Давай мы с тобой начинаем ссориться. Ты, Мари, ты просто больше не трогай игрушки. Это ты мои не трогай. Мои не трогай, поняла? Не трогай мое вообще ничего, понятно? Хотя у меня ничего нету. Мам, давай от нее избавимся. Она надоела, постоянно плачет, постоянно забирает у меня игрушки. Давай избавимся, мам, давай избавимся. Мари, она же твоя сестра. Она меня постоянно обижает. Я ее больше не люблю. Вот так вот, все. Я на нее обиделась. Ребята, вот это да. Сейчас мы мамочке Алисе говорим, что мы поссорились и что меня Мария больше не любит. Я на нее вообще-то обиделась. Она вредничает, постоянно плачет. Мне надоело с ней жить. Давай избавимся. Давай, давай, давай. Кыш отсюда, кыш. Мама, пока. Я не могу жить с такой сестрой. Давай, давай, вещи в углу. Мария, вот представь, на тебя так же скажут. Все, что тебя не любят. Смотри, она тебе пишет, тебе тоже будет обидно. Ребята, вот эта мамочка хорошая. Пока. Селина говорит, стой. О боже, ребята, посмотрите, вот это да. Вот это история. Прости, сестра, мне тоже будет грустно. Я подумала, если бы ты со мной так делала, я бы тоже, наверное, заплакала. Правда, прощения просишь? Да, прошу, прости меня. Я тебя тоже буду любить сильно-сильно. И не буду обижать. Мама, сестра прощения просит. Ты меня простишь? Да, как же я тебя могла не простить? Ты же моя сестра-близнец. Я без тебя никуда. Спасибо. Я тебя очень сильно спасибо, люблю. Спасибо, сестра. Решай, простишь? Конечно. Ура! Ура, ребята, меня простили. Можно дальше вредничать. Но, ребята, я вам хочу сказать, мамочка даже ничего и очень даже заботлива. Она нас кормила, поила и подарки дарила. Мне она понравилась, а тебе, да, Машка? Да, очень классная мама. И нас на правильный путь настаивала. И смотри, на сердечко даже нам посылается. Она говорит, больше не ссорьтесь. Да надо, наверное, мне уже лицо изменить, чтобы я была просто самая милая девочка. И сестра, ты тоже, наверное, может, лицо поменяешь? Да, это вредно. Давайте спать, а утром куплю подарки.
подарки, наверное, что? Да? Слушай, Вашка, вот это да. Мы только хотели признаться, она говорит, давайте спатки, а утром подарки. Ну что, давай и правда спатки посмотрим, давай, как пошли, она нам утром пошли. Подарит. Будем уже хорошими. Ну что же, ребята, нам мамочка пообещала купить подарки, а это уже интересно, но с условием, что мы будем себя хорошо вести. Так, я снизу, сестра. Ладно, хорошо, я сверху. В домике, я в домике. Мария как бы сразу дала понять, кто в доме хозяин. Она в очень красивой кроватке спит, а я в будке. Все, я поспала, я хочу подарки. Она взяла меня нас на ручки. Она говорит, пойдем мыться и за мороженым. Ого, я люблю мороженое. Вау, я тоже люблю. Окей, мам, мы сейчас искупаемся. Она уже послушная. А можно дочка, мне три? Как бы? Три мороженое. Хочу три. Ух ты, Вашка, сразу начала с козырей. Я тоже хочу. Заболеешь. Она говорит, заболеешь. Хорошо, но у нас какая-то прям такая серьезная мамочка, да? Да. Просто так не покупает ничего. Говорит, что это много. И не ругает. Она говорит, какое мороженое хотите? Малиновое хочу. Только я мечтаю о питомце. Мам. Просто очень сильно хочу пэтика, хоть любого. Любого пэтика, подари пэтика, маманя. Кто малиновое хотел? Я. Я хотела. Ничего себе. Посмотри, Мари, у меня мороженое. А у меня нету. О, она сделала. Спасибо. Вкусно-то как. Спасибо, мама. Кушайте, говорит. Мам, подаришь Пэту? Ну, хоть кого-нибудь, хоть какого-нибудь питомчика. Самого любого. Любого хочу. Любого, мамочка, пожалуйста, купи какого-нибудь питомчика. У меня их мало. Но, ребят, такое тоже бывает. Бывает и правда мало питомцев у ребят. И они играют. Приедем домой потом. Что? Она что-то кого-то еще подарит? Серьезно? Так, ну хорошо, давай посмотрим домой. Я в шоке. Я в шоке на самом деле. Я думала, что уже все. И что подарков больше не будет, а она, оказывается, еще что-то нам хочет подарить. Ты лучшая мамочка. Ой, ребят, если она сейчас кого-то подарит, это будет просто топово. Очень классно, если она нам подарит. Могу вам дать по снегирю. Хорошо. Да. Ничего себе, ребят, она все-таки нам хочет дать. И видишь, она, видимо, нам старается как близняшкам дать по питомцу одинаковому. Да, она мне подарила Робина. Ребята, Робин, ура. Сестра, наверное, тебе сейчас подарят. И мне подарили, смотри. Ух ты. Ребята, я думала, что, наверное, может и правда. С Машкой больше не ожидаем никаких подарков. Но эта мамочка просто добрая и добрая душой и сердцем. И подарила нам питомца. Я прям не ожидала, что у меня появится питомец. Так, ну что, будем признаваться? Да, ребят, вот смотрите, она подарила Робин. Ну что ж, настало время признаться, что это был пранк и подарить классные подарки. Да мы, в общем, решили признаться нашей мамочке. Мама, мы тебе должны признаться. Иди к нам. Что? Мы ютуберы! Мы две сестрички, Машка Убивашка и Женяша. Нас взяла в семью сразу. Очень, да, была очень добрая. Ребят, я вам хочу сказать, достаточно она очень хорошая мамочка. Так что такой милой мамочке мы хотим сделать подарки. Скажите, как называется канал? Женяша! И Машка! Ты нам понравилась, ты была очень добра, за нами ухаживала. Я ей кидаю трек. Я думаю, что я ей подарю флай-сель. Давай, вот давай. Так. Это будет прям очень классный подарочек для нее. Стрела, мы все время ходили, у нее не было тачки. И тачку ей подарю. Принимай, мамуля, ты это заслужила. Нам с Машкой ты понравилась. Так, я тоже дарю пингвинчика, сказала того Fly и Ride. Наша мамочка теперь, ну, совсем не бедняга. У нее есть своя собачка Fly, а теперь есть еще и легендарный Fly Ride. Легендарный пингвинчик, да! Да. Машка, плохо сегодня. Блин, обожаю вас смотреть. Приятно, что мы нашли такую мамочку, которая еще и нас и знает. Это классно. Вы хорошие дочки были. Ну почти, чуть-чуть. Пока, мамуля.
Ребята, мы надеемся с Машкой, что вам понравился этот милый пранк, и вы обязательно поставите лайк на это видео, а также подпишитесь на наши каналы. А также, ребята, если вам понравилась жизнь близняшек в Adopt Me и вы хотите продолжения, чтобы мы снова встретились с Машкой, то обязательно давайте на это видео соберем 15 тысяч лайков, и тогда будет продолжение. А с вами была Женяша и Машка-убивашка. Всем пока-пока-пока, до скорых встреч, ждите новые видосики. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.